реалізовував, але окончательно не мав. Но окончательно цього армії нічого не вийшло. Тим не менше, є така проблема, що із нескольких мільйонів названь на карті Русан, тільки 1% має російськомовний перевод. А я работаю в компании «Сканекс» и в качестве альтернативы представителей. Мы часто используем подложку XM, мы ее используем вживую, то есть сами ее управляем. И нам, чтобы у нас мир выглядел по-человечески, по-русски, нужны эти самые компании. Вот поэтому мы решили привлечь аудиторию для перевода, помимо, и сделать такой какой-то сервис, интерфейсом, которым можно эти топонимы переводить. Соответственно, сделать такой прототип, который частично реализовать. Человек может выбрать ту территорию, которая ему интересна, например, на карте кликнуть. Ему предлагается несколько переводов, созданных на основе автоматической транскрипции. И он выбирает из них то, собственно, что он считает совпадает с реальным названием. Ну, как бы для автоматического перевода используются два алгоритма. Один темно-лебедево транскриптор, а другой институт математики Келлша транскрибер. Они все выдают разный результат, поэтому можем в этом сравнение и с вами познанием, собственно, сравнить и выбрать, что считается более адекватным данным местом. Вот. В дальнейшем эти данные попадают базу, и если там, грубо говоря, три совпадения, мы считаем за адекватный результат, они попадают на ОСН. Естественно, ошибки с переводом неизбежны, но при том варианте, что название полностью отсутствует, его вариант отпуска может быть в любом случае полезен. Естественно, возникает проблема, что если у нас есть данные, в которых даже нет англоязычных топонимов, то данные мы ничего делать не можем, потому что методы генетической транскрипции работают только с переводом с латиницы на русский. Так в данный момент это выглядит. Этот интерфейс сейчас я попробую просто его буду запустить, от них я буду делать. Вот. Ну, собственно, можно выбрать что-то, жмякнуть, что это подходит, но попадает в базу. Если накапливается какое-то число обращений к этому админу, он не явился, все хорошо. Автор всего как бы дыша, как обычно.